Здесь, в новом доме жилого комплекса «Пригород Лесное», совсем скоро справит новоселье 18-летний Сергей Кучеренко. Собственная квартира ему положена по губернаторской программе «Жилище», которая предусматривает вручение ключей детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Мы довольны тем, что формат жилья изменился. Изменился в том плане, что раньше это были квартиры-студии вот без этой перегородки, и кухни практически непосредственно здесь. Можно сказать, что это хорошая однокомнатная квартира. В квартире общей площадью 30 квадратных метров, сделан качественный ремонт, внедрена система «Умный дом». Есть вся необходимая сантехника, электрическая плита и застекленный балкон. Осталось завести мебель и можно заселяться. На осмотр Сергей приехал вместе с опекуном Людмилой Воронцовой. Здесь вот какой-нибудь диванчик поставил, вот здесь вот был бы какой-нибудь стол. Вот на нем компьютер, тут шкаф. Вот. Я за него очень рада, что он сможет жить отдельно в квартире, строить свою жизнь. Вот. Мальчик послушный, беспроблемный. Сергей – студент колледжа Московия, учится на повара и обожает готовить. Но помимо увлечения кулинарией, есть у него и другие таланты. Занимаюсь фехтованием на полуторных мячах, занимаюсь фаер-шоу, стрельбой из лука. Ездил на чемпионаты России, вот, недавно ездил в город Шатуру вот, с номерами, вот, получил третье и второе место. С семьей Людмилы Воронцовой Сергей живет с 12 лет. Найти братика предложил внук женщины, которого она воспитывает одна. Затем появились и две сестрички. Сейчас девочкам 11 и 17 лет. Приемные, они, знаете, как хрустальное стекло или ваза. С ними настолько надо осторожно быть. То есть вот я никогда не думала. Но без любви ничего невозможно. И если бы, конечно, как сказать, не Господь, то я бы, наверное, никогда бы не решилась. Губернаторская программа «Жилище» в новой редакции работает с 2013 года. Спустя 5 лет Сергей сможет приватизировать квартиру и распоряжаться ею по своему усмотрению. Спасибо вам большое за вам, за воспитание прекрасного парня. Ну а теперь развивайся, не оставляйся на достигнутом, потому что повар высокой квалификации – это практически как президент на кухне. Поэтому еще раз всего хорошего. Спасибо. Спасибо. До конца года собственным жильем будут обеспечены еще 11 юношей и девушек. Также ребятам администрация муниципалитета вручает сертификат на приобретение бытовой техники. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.